Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного вкачанного героя. Это будет Лидию Лео. Расскажу, где его применять, какие таланты ставить и посмотрим, какие изменения у нас на 12-м скилле. Так, что она делает? Давайте посмотрим на десятке, что было у нас. Вот она. Наносит урон равный 100% от атаки цели и всем противникам вокруг каждые 0,5 секунд в течение 3 секунд и оглушает их на 2,5 секунды. То есть фактически у нее 600% урона прилетает во время срабатывания скилла. Также она имеет встроенный талант Бастион 8 уровня, кулдаун 3 секунды. Смотрим, что у нас. Наносит урон равный 120% от атаки двум целям и всем противникам вокруг. Каждые 0,5 секунд в течение 3 секунд оглушает их на 2,6 секунды. Имеет встроенный талант Бастион. По сути, у нас выросла на 20% атака. То есть, если взять это на 6, это на 100, плюс 120%. Также выросло оглушение, там было 2,5, тут 2,6. Ну и плюс мы имеем бонус судьбы. У нас прибавилась жизнь, атака, крит, уклонение, точность, крит, удар. Где этого героя можно применять и где его применяю я? Ну, я его применяю в забытой битве, так как Лидия Лео дальник. И она очень хорошо помогает и станет. И станет сразу же полностью всю пачку. Поэтому есть смысл на нее ставить ремку, рунами собирать психощит. Либо же есть вариант делать из нее дамагера, это ставить бог войны, так как у нее бастион уже есть, и она будет и ремку рунами. Но есть шанс того, что ее просто застанет. Поэтому все-таки же лучше такой вариант, такая сборка. Ее можно применять в забытой, можно применять на атаке фортов. В принципе, больше я особо применения ей не вижу никакого, так как она немножко герой, скажем так, однобокий. Но именно для этих локаций она реально топовая. У нас будет рунами стоять бог войны для увеличения атаки плюс 30%. По артефакту я тоже поставил топор питомцам. У нас будет слон с 9-м скиллом максимальным, который у нас есть. Он будет давать шанс к оглушению, ну то есть к антиоглушению во время срабатывания. Он будет давать щит на 4,5 секунды. Кулдаун 6,5. То есть 6,5 секунд, 4,5 нас невозможно будет застанить. Ну и также у нас будет шанс уклонения плюс 30%, это немало. По снаряжению я и поставил чарами передачу энергии плюс 20%, также понижение атаки цели на 5%. То есть максимально можно там 45% вытащить, если она будет живая все время бить. Давайте сразу пройдемся, что можно ей ставить по чарам. Можно ставить передачу, можно поставить необузданную ярость, как вариант, еще дополнительный шанс к оглушению будет. Доспех для увеличения жизни. Еще очень интересный вариант будет безмолвный выстрел плюс одна клетка. Так как она атакует на 4, это еще будет плюс 1, это будет на 5. Понижение смысла не вижу. Ослеплялку тоже, как бы она не особо там дамагер. Есть еще вариант победный выпад поставить. В принципе, такие самые топовые. По талантам либо бог войны, либо ремка. Других вариантов смысла нет ставить. Так, ну что, поехали. Посмотрим, как она будет в рейдах дамажить.
Самое главное, чтобы поменьше раз со стрелками было. Вот она ударила у нас в центр. Смотрите, что там произошло. Там кого-то, по-моему, она уже даже слила. Давайте дадим ей подхил. Вот смотрите, какой урон. Ну, по-моему, очень круто смотрится. Да, ее убили сразу. Но она практически добила героев. Под бафами одержимого сняла. Ворожая. Так, давайте еще потестим. Она уже бьет у нас в две зоны. Не так, как раньше в одну, а уже две. Это очень большой плюс. Вот такая вот расстановочка есть. Сейчас попробуем. Как-то так. Вот две зоны. Одна и вторая. По героям жалко не ударила. Ну, сейчас посмотрим, что она сможет сделать. Как видите, она дальник. Это большой плюс именно в забытой битве. Вот смотрите. Вверх убрала. Осталось только попасть сюда. Если повезет. Сейчас все прибегут. Ну, слоник. Вообще, видите, куда ударило. Бьет рандомно очень. Ну, неплохо. 86%. Уже не одна зона, а две. Уже куда интересней стал герой. Так, стрелки есть или нет? Вроде не вижу. Значит, можно выпускать, потестить. Вот смотрите, как бьет. Жестко-жестко. Сейчас ее тут, конечно, ушатают. Вот еще раз ударила. Ну, неплохо. Так, давайте потестируем ее в королевской битве. Так, первую команду уберем. Вот тут у нас атланты, смотрим. Вот она их застанила. Ну, урон, блин, бешеный урон. Мне кажется, у нее со скилла даже поинтереснее, чем у других. Так, тут сейчас она, наверное, себя сама даже убьет. Об атланта. Не, успели? Успели. Ну, интересный, интересный, конечно, урон получается. Сейчас еще в забытую сходим, проверим. Вот она их всех застанила. Ну-ну-ну-ну-ну, включишься первой? Да, успела. Вот, как чудесно бьет. Да, можно ее смело с баферами ставить и смотреть, какой она будет дамаг выдавать. Давайте поставим сюда хранителя ремочного. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Вот, два в одну попало. То есть рандомно немножко бьет. Зона не так велика. Где-то от цели 3-4 клетки получается. Ну, тут вот просто унесла всех. Нету у нас элитных пачек. Сейчас добегаем уже. Ну, смотрите, как круто-круто. По урону очень круто смотрится на 12-м скилле. Потому что разница очень большая между 10-кой и 12-м. Ну, сметает все. Плюс еще это то, что она станет их. И 2,5 секунды, это тоже немало.
Можно будет ее даже, в принципе, теперь брать и в королевскую битву. Ой, не в королевскую битву, а в лабиринт. Там тестировать, как она там будет. Вместе с Медузой, думаю, будет очень интересно посмотреть на них. Ну, так вот. Неплохо. Сейчас, кстати, может и сделаем тест. Побежим, поставим их двоих плюс бафера. Вот смотрите, какой бешеный урон. И стан стоит у всех. Супер. Так, что там у нас еще немножко? Сейчас посмотрим, что у нее по статах получается на такой прокачке. Ну, криты вылетают. Благодаря тому, что пару раз срабатывает умение, по-любому крит проходит. Ну, тут не застанило всех. Ну, 583 нам суккуб нанес. Нехило так. Да, хорош. Так, давайте посмотрим, что у нее получается. Вот так, а видите, не очень большая. До 8000 получается. Где-то при максимальной прокачке просвета 17000 жизни у нее под 300. Частота атаки небольшая, скорость движения средняя. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так. Давайте сейчас создадим в лабиринте пачку. Поставим Лео. Поставим Медузу. Возьмем малыша Ника, чтобы он сразу же дал возможность нам добежать. Так, возьмем хранителя тоже, для того, чтобы подбафал их. Ремочный хранитель, и давайте ворожея. Вот такая вот у нас будет сборка. Сейчас мы их укомплектуем. Так, тут нормально. Ворожей. Вот так сделаем, тоже нормально. Так, кто там у нас еще? Купидона, в принципе, смысла нет брать. Малышник собран. Так, Медуза собрано, поставим еще карася и леди Лео тоже собрано. Сейчас посмотрим, найдем пачку такую, чтобы мы могли ее убить. Вот, в принципе, ну, конечно, тут драйки малышник, но попробуем. Посмотрим хотя бы, что у нас получится с этого. Вот мы ударили, застанили. Смотрите, что делается. Просто жесть. Там, конечно, гаргул, тут и отхил бешеный. Нас сейчас просто снесут, но сам факт. Мы их практически слили. Давайте сюда еще добавим кого-то, чтобы мог. А вот ее добавим. Пусть она потанчит. Вот на нее заагрились. Смотрим, сможем ли мы сейчас. Думаю, сможем благодаря ей.
Да, без проблем. Она в роли танка, то что надо. Вот герои получают сразу максимальные станы. Можно еще Дрейка сюда поставить. Давайте еще капитана Дрейка вставим для стана. Вот этого капитана Дрейка. Можно и Фрэнки поставить. Так, кто у нас еще со станом интересным есть? Ну, в принципе, все. С таких, кто станет сразу. Стрелка. Можно еще стрелка поставить. Сейчас только мы им расставим еще ремки. Ну, уже окончательно протестируем. Артефакты я не буду заморачиваться. Так, Бигфут уберем. А, у нее уже есть. Так, Дрейк. Нам нужен психощит. Все есть. Ну, идем посмотрим, сможем ли мы станет все время их. Ну, смотрите, справляемся вроде. Конечно, мега имбового урона нет, но в стан отправляем. Сейчас можно еще Лео брать, все-таки бог войны. И поставить психощит. Побежали дальше, посмотрим. Ну, вроде неплохо. Справляемся. Сейчас интересно найти какую-то топовую пачку. Вот Анубиса есть даже. Они ничего не могут сделать практически. Они все время стоят в стане. У нас питомцев даже нету на отхил. Не на всех героях стоят артефакты. Ну вот, вроде интересная пачка. Смотрим, что тут у нас получится. Сможем ли мы ее затащить? Смотрите, что делается. Просто жесткий стан. Можно даже Бигфута сюда поставить. Так, а ну-ка смотрим Бигфута вместо Эй, давайте поставим, потестируем еще такой вариант. Думаю, тут сейчас вообще без вариантов будет. Вон, они даже просто ничего не могут сделать. Так, ну давайте побегаем до пачки с Некросом. И пойдем в забытую битву, посмотрим, что она сделает там. Ну, как такая вот сборка, в принципе, как вариант. Причем сборка бездонатная. Я имею в виду героев. Хороший стан. Можно еще даже, если будет ослепление, тоже неплохо. Так.
Так, сейчас попробуем по-быстренькому его убить. Это демон, который, на которого надо много отхила. Даже не помню, где у меня пачка с отхилом. Ладненько, пропустим, побежим дальше. Интересно найти пачку с некросом. Ну, как видите, с такими пачками справляемся вообще без проблем. Но вот какая-то попытка была, не спасло. Вообще супер. Они просто ничего, хранитель вот только спустя 10 секунд смог выйти со стана. Он ничего не может сделать. Вот пачка с некросом. Смотрим, сможем ли мы что-то здесь. Ну, не знаю, не знаю. Смотрите, как нас жестко сложили. Ну, все же, смогли хоть кого-то убить. Некрос все-таки просел. Сейчас еще одну попытку попробуем. Да, тут тоже автопрокеры стоят. Тут некрос разбьет, и у нас все. Все улетают. Да. Не вариант все равно. Хотя, если им поставить огненную защиту ремки, думаю, затащат. Так, хорошо, здесь потестили, побежали. Забытая битва. Так, в какую пачку мы ее поставим? Вот можно, кстати, в эту пачку поставить, убрать Рину. И поставить Леди Лео, сохранить. Побежали. Вот так и начнем. Смотрим. Ну, вроде как бы и застанили. Но она с первых рядов слилась. Ну, тут, конечно, тащит новый герой Фрея. Ну, тут интересно будет. Не успела, не успела. Смотрим дальше. Смотрите, что Фрейя сейчас с ними может сделать. И сделает, думаю. Это просто жесть. Реально ей пофиг все. Попадаешь на такую пачку без Фрейя и все. Единственный вариант заблочить еще разом, если он попадет. Либо забор энергии медузой, либо стан. Так, ну-ка, она успеет первой сработать. Вот она не получила, вот она застанила их. Ну, опять Фрей отрабатывает. Сейчас мы немножко по-другому сделаем. Уберем вообще Фрэнки, побежим 4 героя. Не успели, видите, дали ей все-таки. Молчанку.
Что-то не дает выше пси. О, дала. Ну, смотрим последний бой. Вот она застанила наконец-то. А раз даже кинул молчанку на всех остальных, она с психощитом, благодаря тому, что ремка талантом и психощит, не попала и просто всех застанила вовремя. Пока наши герои были под молчанием, его герои были в стане. Что очень даже хорошо. Ну, так вот, неплохо. Так, ну давайте еще попробуем. Все стоят, да. Попробуем на подземках. Какую там, давайте. 5-10. Попробуем протанчить. Один раз я попробовал, вроде получилось как бы. Сейчас не знаю, получится или нет у нас. Ну, 58%. Давай, ворожай, тащи. Ну, подхил ее. Дал вовремя подхил. Интересно, интересно, что же будет дальше. Вот смотрите, как она урон наносит на подземках. Ну, как по мне, очень круто. Сейчас все зависит от того, как ворожай сработает. Ой, хорош, она вовремя Дрейка обезвредила. Ну-ка, давайте на 3 звезды еще затащите. Просто красавчики. Вот, можете даже ее на подземках использовать. Просто тащит, благодаря тому, что 2 зоны. Вот так. Вот такой вот обзорчик героям. Я очень доволен. Интересный герой получился. 2 зоны. Буду применять его в забытый, все-таки пробовать. Также постараюсь на атаке фортов посмотреть, как она себя будет показывать в пачке. Пишите в комментариях, как вам такая сборка, кого следующего прокачать на 12-й скилл. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. Всем пока!